Здравствуйте, уважаемые посетители и зрители канала Armtor.ru, журнала «Вестник арматурщика». Мы с радостью представляем встречу на выставке «Химия», юбилейной выставке 50-летней 2015. Сегодня мы представляем встречу с техническим экспертом компании «Дескот», компании, которая специализируется на самых опасных средах, на самых экстремальных условиях, Гаэтаном Джи Петро, который расскажет сегодня нам о новинках компании, а также решениях, которые сегодня они предлагают для российских потребителей в экстремальных условиях и в самых уникальных решениях. Господин Джи Петро, расскажите, пожалуйста, о вашей работе компании в 2015 году и о новинках, которые вы представили на своем стенде. Добрый день. То есть компания Дескот – это французская компания, и мы производим клапаны для всех опасных сред, а особенно для хлора, для фтора и для всех производных хлора и фтора. Наша компания разработала специальные клапаны для этих молекул. То есть, если мы посмотрим этот клапан, это наш ручной клапан для хлора, модель 2100B. У нас есть референции в России, он уже работал больше, чем 13 лет на хлор. То есть, это очень много до хлора. Без перерыва, то есть, его не снимали и поставили в трубу? Да, да, да. Каждый год они сделали испытание, чтобы посмотреть, если он был еще герметичнее внутри, да? Все произошло нормально, и на данный момент они еще их используют. Также мы производим регулирующие клапаны. Компания Дескот производит клапаны с сильфоновым уплотнением. Также для наших регулирующих клапанов мы используем эту технологию. Если мы посмотрим технологию, у нас есть здесь сильфон, материал астолой. Астолой очень хорошо против коррозии хлора. Он приварен к крышке тут и к штуку тут. Получается наш первый металлический барьер между жидкостью и атмосферой. Для дополнительной безопасности мы также используем фторопласт, сальник. Yes. Вот. Материал этого клапана никакой температуры не стал для корпуса и для крышки. Этот регулирующий клапан имеет седло, которое позволяет нам регулировать потока жидкости, но также при аварии примерно мы можем автоматически закрыть клапан, и мы получим здесь герметичность класс А по ГОСТу. То есть, в принципе, когда надо и регулирующий клапан, и запорный клапан, с нами все в одном. Вот. То есть вы представили устройство два в одном, с герметичностью класса по А, да, по ГОСТу. По ГОСТу. По сертификатам у нас есть Еврохлор и также сертификат Росхлор. Вот. Мы на данный момент в процессе получения технический регламент 32, и мы уже получили технический регламент 10. Господин Джи Петро, а расскажите, пожалуйста, вашу продукцию, получается, мы увидим на стенде, что несколько сегментов вы представляете. Можно поподробнее узнать, что это за сегменты и где они применяются сегодня на российской промышленности? Клапаны Дескот будут особенно хорошо, когда среди очень опасные. То есть у нас есть, в принципе, 4 параметра, с которыми мы рекомендуем использовать Дескот. Когда в среде очень смертельные, когда они очень коррозные, когда они делают реакцию с водой примерно, как галогены, и также жидкого газа, да, конечно. То есть когда мы используем, когда мы найдем эти 4 параметра, это точно для нас. И это особенно все галогены. Вот, хлор, фтор и все молекулы производства. Иными словами, ваша компания сегодня предлагает продукты для сверхкритических, сверхопасных сред. Да, да, да. А если сегодня рассматривать ваше предприятие в производственном цикле, что собой представляет предприятие производства Дескот? Это завод, где он находится, какое количество людей работает? Конечно. Компания Дескот – это французская компания. Мы находимся в городе Лион. Все клапаны, которые мы производим, они производены оттуда. У нас есть большой план качества,
Например, каждой компании мы делаем испытания внутри, чтобы узнать, если каждый клапан, который уходит от завода Дискот, герметичнее внутри. Мы делаем испытания 2 минуты без бабл. Все контроли качества мы делаем во Франции. Радиографию. Радиографию, да, да, да. Джи Петро, скажите, пожалуйста, сегодня в России очень сильно развивается импортозамещение. Как вообще ваша компания восприняла это явление? Как для вас стал рынок в 2015 году? Нам было повезло, что санкции мы смогли импортировать даже с санкциями, да. В этом году мы сделали большой проект в компании Тобольск Нефтехим. Мы работали с компанией Remex и с компанией Гипрохлор на этом проекте. На данный момент мы еще производим некоторые компании. Первый час уже мы уже отправили первый час, и второй час будет в ноябре. Поделитесь, пожалуйста, мнениями, что для вас сегодня является российский рынок? Насколько он важен для вас? Какой большой рынок сбыта? Растет ли он за последние годы или нет? Я думаю, что много возможностей в будущем. Сейчас много заводов используют технологии без телефона. И без телефона, то есть сальниковые клапаны, обязательно есть утечки, и им надо поменять часто, например, раз в год. Когда наши арматуры стоят на хлор больше, чем 10 лет, без проблем. То есть я думаю, что технология будет менять, но надо время. По нашим данным, сегодня от 10 до 15% наблюдается рост химической промышленности. Почувствовали ли вы это на своей продукции? В этом году мы продали около 30% больше, чем в прошлом году. То есть я думаю, что много возможностей для нас, и я уверен, что в будущем мы будем продавать еще больше. Замечательно. А планируется ли у вас сегодня локализация предприятия и производства, сборка хотя бы в России? К сожалению, это невозможно. Все из-за качества. У нас есть очень высокий план качества, а это невозможно получить два раза то же самое в две разных заводах. Поэтому все будет всегда во Франции. Замечательно. Благодарю за сегодняшнюю встречу. Напоминаем, сегодня с нами беседовал эксперт компании Дескот в России Гаэтан Джи Петро, который рассказал нам о новинках компании и, конечно же, о деятельности в России. И в заключение позвольте вам задать вопрос о ваших планах. Планов на конец 2015 и начало 2016 года в России. В прошлом году мы открыли филиал в России, который нам позволяет импортировать легче, и мы в будущем, в 2016 году, будем продолжать импортировать. А если все-таки немножко о филиале рассказать, какие его цели и задачи сегодня будут? Просто импортировать или развивать все-таки дилерскую сеть? Да, то есть задачи нашего филиала сейчас это как офис представительства, но кроме того, мы можем импортировать до завода через него. Поэтому мы решили открыть филиал, а нет офис представительства. Вот. Замечательно. Благодарю сегодня за вашу встречу, за интересную презентацию. Спасибо вам. Желаем вам роста, развития. До новых встреч. Спасибо.